Новый контент, коллекция празднования Нового года. Ну что ж, давайте возьмем это. Вау, вы посмотрите, какая она нарядная. Пупок видно, кольца всякие, побрякушечки. Очень классно. Одеяло надела на себя. Слушай, ну ей идет это одеяло, смотрите. Классно, очень круто. Мне нравятся ее сережки. Смотрите, какие классные сережки. Очки и прическа в стиле афро. Заплеченная на макушке в помпон такой. Очень классно, ребятки. Если бы она еще волосы распустила, это было бы просто шикарно. Но пока что как-то так. Можно было бы так нажать, и волосы распускаются. Было бы здорово. И ты сам выбираешь, сплести в помпон такой, либо же расплести. В общем, классная кладеточка, вся такая шоколадная, красивая. В общем, найс. Покупаем и побегаем давайте уже. Опс. Ну что же, ребятки, баланс пополнили, теперь давайте покупаем. Отлично, экипировка и let's go, погнали. Магазин барахольщика, свалка Автохейвен. Посмотрите, какая она классная. Мне нравится ее платьишко, она реально похожа на какое-то одеяло, да? Так, самое дешевое, самое простое платье. Ну что ж, заводим вчетвером, ребятки. Один что-то балуется. Ну ладно, давайте уже сосредоточимся и быстренько затащим каточку. Слушай, ну вчетвером заводим. Я думал, будем быстрее заводить. Сколько? 30 секунд прошло. Ну, за секунд 40. Если бы вот этот еще не баловался, я думал, за секунд 30 бы завели. Он что-то баловался. Но все равно быстро. 35 секунд. Так можно за 30... Да, за 30 можно завести. А если ты один заводишь, то 2 минуты где-то. Вчетвером за 30 секунд, да, примерно заводим. Все, все правильно. Так, траппер, да? Против нас играет траппер. Окей, давайте уже быстренько, быстренько прям все заведем и свалим отсюда куда подальше. Встречать, отмечать Новый год, да? Праздновать. Положили одного, положили, ребятки. Надо спасать. Ладно, пока что заводить тоже надо, да? Заведем. И пойдем уже спасать. Ой, иди сюда, отлично. Сейчас вдвоем очень быстро заведем. Раз. Пока он его несет. Пока повешает. Он еще немножко повисит. Вот. Повесил. Отлично. В том плане, сейчас мы уже почти завели. И сейчас пойдем его спасать. Давай, 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 давай. Отлично. Надо идти. Ой-ой-ой-ой, идет сюда. Может, отвлечем его? Вон, смотрите. Он даже не смотрит, смотрит в мою сторону. Отлично, его уже спасли. Блистательно. Так, окей. Два генератора завели довольно-таки быстро. Прошло 2 минуты, и у нас уже 2 заведенных генератора. Просто отлично. Пока что все хорошо. Смотри, какое платьюшко. О, какие ножки, смотрите. Хорошенькое. Так, ну ладно, хватит баловаться. Идет сюда. Идет сюда. Где-то рядом. Он за ней гоняется, за раненой. Блин, надо спасать ее. Ну-ка. Идет сюда. Иди сюда, я здесь, ку-ку. Промазал, да? Промазал. Ну давай. Ах ты ж, блин! Я уже перелез, надо было немножко отбежать. Ранил меня. Ничего страшного. Отбежим, полечимся. Он за мной, да, идет? Кажется, отстал. Ну что ж, ребят, надо хилиться. Сейчас быстренько подхилимся. Раз. Два. Блин, положил ее. Все-таки за ней погнался. Три. Отлично. Сейчас все будет хорошо. Бежим, 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 бежим. Понес, понес ее. Не позволим. Не позволим ее убить. Мы спасем. Куда он пошел? Она сбежала, смотрите, она сбежала, вырвалась. Как она вырвалась-то? Наверное, рядом крюков не было. Так, хорошо. Там ребята заводят, нет, генераторы, боже мой. Или так же бегают, как я. Я пытаюсь ее спасти.
Опять за ней погнался. Смотри, что делает. Он хочет... Он ее мучает, что ли? Беги, беги, беги. Надо отвлечь его. Пускай за мной лучше побегает. Иди сюда. Так. Где она? Она там за... За стеной. Давай, давай. Сейчас, сейчас возьмем удар на себя. Где он? Ку-ку! Ку-ку, я здесь! А теперь валим. Отлично, отлично. Ну беги, беги за мной, беги. Побежал. Побежал, клюнул. Так, ну что, покружимся? Идем дальше, понятно. К этой полете. Так, мы здесь. Вон он, вон он, вон он. Ну беги, беги, беги за мной. Отлично. Замахивался. Хотел поймать. Где он? Хоп. Блин. Не за меня тот еще мансер. Сразу не увидел красное свечение. И поплатился. Ну что ж, давайте вырываться. Ах ты ж, блин, нет, не успею. Подожди, он... Он не заметил крюк. Он меня в подвал, что ли, хочет? Давай, давай, немножечко. Не успеет. Да ну нафиг валим. У него, наверное, задание в подвал отнести, да? Бежим, 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 бежим. Он уже здесь. Надо подальше отбежать. Ну его нафиг. Офигеть. Он мог меня повесить, но он хочет в подвал. Хотел. Давай, 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 беги. Чтоб тебя. Так. Хоба, я здесь. Замахнулся, блин. Валим, валим, валим. Надо добежать до палеты. Давай же, давай же. Прям за мной. Быстрее, 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 быстрее. Давай, скидывай. Фиг тебе. Ха-ха. Так. Не успею. Блин. Черт подери. Куда он мне понесет? Давай, вырывайся, вырывайся, вырывайся. Быстрее, 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 быстрее. Он меня в подвал хочет отнести опять. Давай, 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 давай. Давай, немножечко, немножечко. Чуть-чуть. Давай, 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 давай. Фу! Сейчас уже ближе было, ребят. Сейчас уже было ближе. Надо подальше отбежать. Ну, ну его нафиг. Так. Охренеть. Как можно дальше надо отбежать. Капец. Капец здесь. Ну же, ну же, ну же. Завели. Мать. Получай. Отлично. Он за мной идет. Да черт возьми. Блин. Поднимает. Вырывайся, 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 вырывайся. Я даже не знал, успею или нет. Давай быстрее, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Ну же, ну же. Это последний шанс. Но я его долго мансию. Немножечко, немножечко. Блин, не успеваю, не успеваю. Чуть-чуть бы я подальше отбежал. Метров на 5, 6, 7, вот так. Метров на 5, 6 отбежал бы. Он бы меня не донес. Капец. Один уже убежал. Он еще трапу поставил. И сейчас будет меня кемперить. Наверх поднимается. Ух, фигово, ребят, фигово. Будем надеяться, что нас спасут. Блин, вот это засада, конечно, в самом конце попасться. Неудачно. Учиться и учиться мне играть за выживших. Но я долго-долго мансил. Плюс он мне пытался отнести... подвал, и только с третьей попытки у него получилось это сделать. Надо было бежать дальше. Вот какого черта? Я мог бы вырваться и спастись. Вон, ребята уже идут спасать. Крадутся. Как только меня снимают, у меня спринт, ускорение и блин! Ну же, ребятки, не подведите. Мы сразу побежим. У него есть наед или нет? Блин, надеюсь, что нету. Идет, 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 идет. Давай, давай, давай.
Ну же, куда ты? Он в трапы попался, он в трапы попался! Куда она убежала? Блин, это был идеальный шанс. Она бы успела меня спасти, пока он в трапы попался. Черт возьми, это был просто идеальный шанс. Если бы она не испугалась, то... Прямо сейчас бы спасла. Нет. Они, кажется, уходят, да. Они уходят. Убегают. Бросили меня. Ну ладно, в принципе, я сам виноват. Но я не мог допустить. Зато я их спас. Честно говоря, я их спас. Вместо меня могла другая девушка висеть. Другой выживший. Другой человек. Может, не девушка, но я имею в виду Сурф. Персонаж, за которого мы играем. Так что можно сказать, что мы в какой-то мере герои. Мы взяли на себя удар. Погибли. Зато мы всех спасли. Пожертвовав собой, трое сбежало. Как-то так, ребятки, как-то так. Ну, я буду учиться играть за выживших. И я думаю, я себе еще проявлю, ребят. Минус ранга нету. Давайте еще карточку сделаем. Подземный комплекс Национальная лаборатория Хоукинса. Ну что ж, я готова. Покажем маньяку. Я взял... Оп, да, раз прошла проверка. Да, блин, вторую не прошел. Шестеренку взял, если бы я две проверки прошел, я бы на 25% быстрее бы заводил. Мне и так топовый сундук я быстро завожу, а так бы еще быстрее бы заводил. Посмотрим, за сколько я заведу один с этим чемоданчиком, с набором инструментов. Быстро, ребятки, я завожу, как, наверное, как будто бы три выживших заводят. Не, как два, наверное, точно. Как два с аддонами. Да, да, ребят. Я думаю, за минутку заведем. За минутку заводят генератор два выживших. Ну, классно, классно. А если бы еще я прошел бы проверки реакции, было бы просто супер. Мы бы завели, наверное, за... Сколько? За... Ну, секунд 45 мы бы завели. 15 секунд... Блин, уже поймали кого-то. 15 секунд очень много значит. Но мы, как всегда, будем жертвовать собой, мы же спасатели. Будем стараться. Так. Что там? Ой-ой-ой-ой, легион. Легион. Пошел сюда. Давай. Мы сейчас... Ну, давай, уходи. Отлично. Мы уже здесь. Чувак, давай, беги. Ты спасен, беги. Убегаем. Он за нами бежит, за нами. Валим. Ну-ка, где он? Он ускорился, блин. Черт, я дери. Валим. Наверх, беги. Сбежал? Нет? Так. А, он другого поймал. Давай посмотрим, что у нас здесь. Тут ничего нету. Надо себя подлатать сейчас. Смотри, какие костюмчики. Отлично. Это надо сейчас подлатать, а теперь только лечиться, хилиться. Ой-ой-ой, он, кажется, идет сюда. Какого черта? Какого черта он там спрятался? То есть это все время он там был, что ли? Блин! Не, вы это видите? Он хочет всю игру там, что ли, сидеть? Это что за тактика? Боже мой, что с турвами не так? Я тут латаюсь, он спрятался в шкафу и хочет отсидеться? Охренеть, я такого ни разу не видел, ребятки, просто ни разу. Блин, я даже не заметил. Чувака же повешали, его никто не спасает. Бог ты мой. Что за катка-то такая? Чувак, прости, я реально, я не заметил даже. Капец, я там латаюсь, сижу. Офигеть. Чувак там сопротивлялся до последнего. Один чувак просто в шкафу сидит, прячется. Ну блин, ну нельзя быть таким трусом, ну правда. Всю игру просидеть в шкафу, боже мой. Он этим самым же нас подставляет всех. А зачем тогда играть в эту игру, если ты всю игру будешь сидеть в шкафу? Ребят,
Вот это геймплей, да? Представьте себе, я бы... Давайте я буду снимать серию, где я буду сидеть в шкафу всю серию. Ждать, пока всех перебьют, а потом сбежать через люк. Блин, ну я считаю, это как-то... Как-то неправильно. Это же игра. Вот я сейчас его не хочу спасать. Капец прям. Но я его спасу, он опять будет прятаться в шкафу всю игру. Подставляя нас всех. Не знаю, мне кажется, это не очень как-то правильно. Оп. Не заметил. Вот реально желания нету спасать его. Валим, 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 валим. Беги, 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 беги. Блин! Подстава. Простите. Простите. Уху. Блин. Ой. Ну все, я точно попал. Прощай. Черт тебя подери. А, доигрался, доигрался. Сопротивляйся, сопротивляйся. Не поможет. Это не работает так. Постараемся выбраться. Может, получится. Получилось, ребята, получилось! Офигеть! Я сам сбежал, спрыгнул! Вот это было нормально, вот это было хорошо! Давай, 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 убегай, убегай, убегай! Ну тебе нафиг! Промазала? Ха-ха-ха! Так, тебе! Куда, куда бежать? Поймает, все поймает. Ать. Ну тебе нафиг. Ломает доску. До следующей, до следующей, до следующей. Блин. Не с той стороны закрыл. Везение плюс невезение равно... Ну, сами понимаете. Невезению, конечно. Может, мы успеем восстановиться? Чувак идет, Джейн Ромеро. Может, реально успеем подняться? Давай. Давай. Валим, 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 валим! Ребят, я уже сам... Второй раз сам себя спас, второй раз сам себя спас. Охренеть! Блин, я просто обязан выжить после такого. Первый раз сам себя снял с крюка. Ну, Клодетка первый раз сама себя сняла с крюка. Второй раз сама поднялась. Вот это я понимаю, ребятки. А вот эта девушка, вот это... Блин, очень круто. Давайте подхилимся немножечко. Ребят, ну очень, очень здорово, очень здорово. Надо подняться повыше. Аптека, аптека, аптека мне пригодится сейчас. Сейчас быстренько подлатаем себя. Давай, вот это сейчас, сейчас побыстрее будет. Давай, 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 давай. Может, все-таки мы спасемся? Давайте все-таки возьмем чемоданчик. Вдруг спасемся, он пригодится. Поймали. Поймали нашу девушку. Надо спасать. Надо, ребят, спасать. Попробуем. Не хочу трусить. Далеко. Может быть, он меня видит? Давайте сначала пойдем как будто бы в эту сторону, да? Вот в эту, как будто бы мы идем. Вот так вот. А теперь в другую. А вдруг у него чили-барбекю? Тогда он поймет, что мы идем сюда. Так, сейчас побежим. Сейчас немножко. Жестко. Он здесь, рядом. А, все, она слилась. Она слилась. Теперь надо, надо искать выход. Блин, я хотел ее спасти, но он, слышите, где-то рядом. Он, видимо, понял, что нету. Ах ты, блин, сзади подошел! Какого черта? Валим, 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 валим. Так, люк, 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 где же он? Надо люк найти. Ну где же ты?
Бекиша, Бекиша. Фиг тебе. А, у него ускорение. Ладно, понятно. Сделаем так. Где может быть этот люк? Где же он? Где же он? Давай, 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 давай. Главная цель сейчас просто найти люк. Я не знаю, где он. Тут запутаться можно. Капец, обычно он по коридору, надо по коридорам бежать. Так. Прислушиваемся. Капец, слишком близко. Вон он! Да-да-да, где-то здесь люк! Так где же ты, блин? Боже мой! Какого черта, он прям рядом! Вот он, люк! Давай. Капец, просто перед носом закрывает люк. Жестко. А еще такой постоял, посмеялся. А спасение было в трех шагах, ребят. В трех шагах. А, он сократил. Он фейканул и сократил. Если бы он бежал за мной, я бы добежал. За поворотом был люк. Капец. Вот это фейл двойной. Ну, не может же постоянно вести, ребятки. В общем, спасибо за поддержку, там, за лайки, за комментарии. Это очень-очень круто помогает. Большущее вам спасибо. Научимся еще играть за сурвов и будем тащить, будем наказывать маньяков, да, ребятки. И спасать всех выживших. С Новым годом, ребятки, вас всех. Счастья, здоровья, удачи. С вами был канал AlexPlay. Всем пока.